Мы уважаемого Хичмеда в гостях по поводу обнаружения живых раков. Так, так. И вот они. Пожалуйста. Вот они. Джамар! Крупным планом. Есть еще так, жизнь так, в Азербайджане. Так. Вот они такие активные нардаранские раки. Вот так. Да. Сейчас мы их будем. Могут зарезать. Отпустить. Наши пустили. Вот такое у нас пишется. Беля. Хичмет Бей, видите, кельме халкинг. Я хочу сказать, что страна переживает тяжелый, тревожный момент. Я бы сказал, тяжелейший. Как в личном, так и в общественном плане. Но надо находить время с настоящими друзьями и отметить Амин. Это все. Вот Амин. Так. Приветствую. И мы все равно, несмотря на все эти тяжелые моменты, будем жить. И вам того же желаю. Амин. Это свой... Да, Чингис, я брат, Чакиля! Вот тут ты подойдите. А, тебя бы брестика подойдет, Чингис Вали. Без брата халкам брат. Вы живыми будете говорить? Да, в кадре, чтоб ты был. Да, хорошо. Чингис Вали, биринчиси, биринчиси. Еще вот это. Бир суткадан артык soyducuda kal, soyducuda kalır ve ölmeyirler. Bunlar hele de sağlıklı. Вот так. И вы живьем будете варить? Демократия будет. Бели. Мы часть западного евроатлантического чего-то. Сообщество. Альянс. Да, нет. Люди. Вот человек хочет убежать на свободу. Мы его помилуем, наверное. Ну, посмотрим. Больно будет интересно. Живых раков я последний раз видел 50 лет назад. Мне было 5 или 6 лет на нашей старой. Ты такое ощущение, что Чингис хозяин дома, а мы только пришли в курсе. Ничего, а ты посмотри, что... Значит, здесь у нас еще картошка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А, картошка это моя любимая. Огромное спасибо. Весь я твой, навсегда в сыновья тебе дам. Ну скажи свои слова святые. Ну, да здравствуй. Как пришла тебе в голову такая замечательная идея? Честно говоря, не идея пришла, а да. Пришел сосед с живыми раками. С живыми идеями. С живыми идеями. И вот я решил дядю угостить. Молодец. Браво. Да. Браво. И вам браво. И спасибо за гостеприимство. Чё в самом? Чё в самом? Хикмет Бей. Праздник кончился, начинаются трудовые будни. Нет, что нет, вы можете сказать об этом? Вот во что превратились эти дардаранские... Нет. Шустрые, энергичные... Раки. Нет, да. Рабочий день не начался, день рождения продолжается. Нет, праздник кончился. Праздник не кончился, нет, продолжается. Начинаются трудовые будни, завтра на работу. Завтра еще, до завтра еще мы соберемся, выйдем на торговую, погуляем, чай попьем. А так мы с большим удовольствием съели Рамиз Мялима раков. Выпили пиво драфт. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну что, Джан? Потом вот Рамиз Мялим подарил нам такую вот... Гружечку. Чашку, да. Кружкой. Сильно так не двигай. Потом такой эфес был. Я меню рассказываю. Да. Знаменитый журналист и публицист Чингис Султансой сделал салат. Салат. Хамсы еди атасы яндруш. А здесь было килограмма 3 салата. Ай, машалла. Я что хочу сказать? Я знаю, товарищи зрители, что жизнь тяжелая, что много тяжелых моментов. Если кто-то какой не... вы родной? Да, если кто-то не вовлечен в большие дела государственные, демократические, геополитические, то на работе, значит, его мучают, то у него не 8-часовой рабочий день, то или его со субботу мучают, или со здоровьем, жена замучила. Будем или? Да. Но надо вырваться от них, от всех. Согласен. Вырваться. Да. Собраться, и вот, понимаешь, вот оно. Вот оно, счастье, понимаешь? Вот этот миг, который потом ты несешь через всю неделю. Да, именно. До следующего понедельника. Тяжелого. Да, понедельник
Самый счастливый день. Потому что суббота, входной. Это он сюда гязали, да. Да, это примитивные люди. Примитивные, да, да. А понедельник. Понедельник. Фурма. Это не каждому мужику. Мы побеждаем все черные силы. Все те силы, которые против простого человека, которому все время тяжело. Понедельник мы вырываемся. Оказывается, это самый легкий день недели. Для нас, для понимающих, для посвященных. Да, вот так мы живем. Красиво. И никто нас не победит, пока понедельники существуют. Выше новый камп. Да. Пока понедельники существуют, никто нас не победит. Никогда. Нет, все. Это прямо обузу.